В эфире программа «Модернизация Казахстана», созданная при поддержке областного управления по развитию языков. Здравствуйте. И наш выпуск сегодня посвящен ветеранам и Великому Дню Победы. 20% казахстанцев отправились на войну, и каждый третий погиб на ее полях. Потери республики равны потерям двух армий – Великобритании и США. К тем, кто выжил в этих сражениях, сегодня с почетом и с уважением относятся молодые, отдавая дань победе и мужеству, которое ветераны собой олицетворяют. Один из них – Абдрахманов Минжан Габдулович, старший лейтенант милиции в отставке. Он родился в 26-м году в Сырымском, тогда же Амбетинском районе. Вместе с ровесниками, такими же, как он, 17-летними ребятами, он был отправлен на фронт. Это было первое и самое сложное испытание в его жизни. После окончания 9 класса, мне 17 лет было, в Амбетинской средней школе, и нас призвали на фронт. 17 лет нас призвали на фронт, мы вот из Жемлиты приехали сюда, Уральска, пешком. Нам на путь следования дали еще мне, вот 5 килограмм по 5 килограмм. И вот мы 17 человек приехали сюда. Затем запасной полк прошли, и нас отправили в Москву, в формировочный пункт. Оттуда нас направили на водителя, в народе говорят, «Катюша», гвардейской минометных частей М-13. Легендарную «Катюшу», с которой довелось повоевать, он впервые увидел на Карельском фронте. Тогда боевое орудие стало верным помощником и другом Минжана Габдуловича, находясь на кузове его грузовика. Приняли участие на Карельском фронте в составе 52-го гвардейского минометного полка. Потом нас призвали по освобождению Прибалтийских республик, участие принимали. Затем нас, молодых, таких как мы, обратно числа 20-го, наверное, апреля, привезли нас в Москву, таких молодых парней, как мы. 18-20 лет, там они же все молодые были. День Победы ветеран помнит так подробно, как будто это было вчера. И о товарищах, сражавшихся бок о бок, и о потерях, и, конечно, об объявлении долгожданной победы 9 мая. 9 мая нас командир полка, подполковник Пушкарев, поздравил с 9 маем и сказал о том, что выпало нашим полкам большое счастье, принято участие на параде Победы 45-го года. И вот мы приняли 24 июня прошли парад Победы в Москве на Красной площади. Затем мы погрузились, нас отправили на войну с Японией. После Второй мировой, отслужив 5 лет на границе с Китаем, наш герой вернулся на родину, который верно продолжил служить с честью и с достоинством. Как приехал, мне тогда советские партийные органы были, мне направили органы милиции, я там работал секретарем райотдела, и в это время вечерняя школа окончил 10 классов. После окончания 10 классов меня направили в Сталинградскую школу на состав милиции МГБ СССР. После окончания школы я работал в городе Уральск, сначала в городе, потом в областном УВД, в уголовном розыске. И работая последние 5 лет, я работал участковым уполномоченным, окончил техникум на сельское хозяйство работать, короче говоря. Главным зоотехником работал колхоз Панфилов Приурального района. Затем по рекомендации районного комитета партии для укрепления партийных советских органов с высшим сельскохозяйственным образованием. Я окончил институт. Еще одного героя, подполковника в отставке Сагизбая Есенгалиевича Серикешева, регулярно навещают его коллеги, представители правоохранительных органов. Уроженец Атравской области в 43-м году отправился на фронт. На передовой Первого Украинского фронта он получил серьезное ранение. В 44-м поступил на работу в НКВД Западно-Казахстанской области. Занимал различные должности, был начальником Каратюбинского и Жамбетинского РОВД. Награжден рядом медалей. Спасибо, что не забываете нас. Как нам было трудно, знает только тот, кто прошел через эти испытания. Но нам очень приятно, что вы уделяете нам внимание. Ветераны органов внутренних дел под надежной защитой и опекой. Сотрудники ДВД гордо говорят о своих старших коллегах и выражают искреннюю благодарность всем ветеранам. Они посвятили свою жизнь службе народу, отстояли победу и защитили родину. В учете ветеранской организации органов внутренних дел области стояли
энное количество участников войны, сейчас их осталось совсем мало. Вот сегодня решили канун Дня Победы посетить наших участников войны, вот Серикешева. И вот сейчас мы были у Абдрахманова. Здоровье у них хорошее, и мы пожелали, чтобы следующий год, День Победы, они жили в таком же здравом состоянии. А следующий год еще дадим соответствующие напутствия, чтобы они до следующего праздника Дня Победы жили и здравствовали. В преддверии великого праздника Дня Победы руководство города и области навещало ветеранов. Одного из ветеранов войны Мухтара Ашгулова посетили Алтай Кульгинов и Нариман Турегалиев. Поводов для визита было целых два. Первый – это наступающий праздник День Победы, а второй – юбилей самого ветерана. В этом году Мухтар Ашгулов отметил свой 95-й день рождения. И несмотря на свой возраст, ветеран находится в хорошей форме и всегда рад гостям. Первые руководители с удовольствием выпили чая с ветераном и послушали историю его жизни. Мухтар Ашгулов в 42-м году был призван в ряды Советской армии и сражался в Сталинграде. После воевал в Калининграде на 1-2 Прибалтийском фронтах. Он был ранен, после чего пришлось оставить стрелковый полк и переучиться на радиотелеграфиста. Службу Мухтар Ашгулов продолжил в разведке. А День Победы ветеран встретил в Прибалтике. Он вспоминает, что солдаты и офицеры стреляли в воздух, радовались и плакали. Я не ожидал, что ко мне в гости придут сразу два акима. Очень приятно, что они посидели со мной за одним столом. Конечно, для меня большая радость, что не забыли, пришли, поздравили. Радостей в жизни может быть много, но то, что ко мне проявили уважение и почтили своим визитом акимы, для меня дороже всего. Спасибо им большое за теплые слова. К большому сожалению, половина воевавших казахстанцев не вернулась обратно к семьям. В память о них регулярно проводятся различные мероприятия, организован День Победы, а еще ведется неустанный поиск тех, кто пропал без вести или погиб на чужой земле и не был передан родным. Такими солдатами занимаются поисковые отряды Казахстана и России. Один из отрядов как раз недавно вернулся с командировки в Уральск и направился в музей Маншук Маметовой. В экспедиции принимали участие трое студентов и преподаватели Уральского колледжа. А встречали их сотрудники музея, ветераны и молодежь. Как было рассказано на встрече, участники 4-й международной экспедиции нашли останки тел 13 казахстанских бойцов на Псковской земле в России. Именно там в годы Великой Отечественной располагались концлагеря, где массово уничтожали, заключали тысячи людей. Поисковики рассказали, что работали вместе с представителями других государств. Всего в мероприятии приняли участие около 200 человек. Останки тел, которые удалось найти при раскопках на месте концлагерей, захоронили на Псковской земле. Всего перезахоронили останки 105 солдат. Самара, Пенза, Рязань. Уже с Рязани начинается как бы прифронтовая полоса. Москву проехали. Потом ребятам показал Ржев, Великие Луки, Новосокольники, Невель. Но после этого мы проехали в Лакянский район Псковской области. Там в каждой деревне, можно сказать, есть братское захоронение. Большую помощь в этом деле оказали российские поисковики-единомышленники, рассказал Марат Аккалиев. Если бы не они, много солдат так и остались бы в земле, никем не узнанные и не захороненные по всем человеческим канонам. Они и без нас ежегодно работают сами, вахтами, достают, перезахоронение делают. В этом году они хотели сделать международное. Поля обрабатывали, как говорили, селитры. Останков находить было очень тяжело, и решили вот большую группу поисковиков отправить туда. Было более 20 команд. Вот. Нашу делегацию приняли очень хорошо, тепло. Ребят многому научили. Без трудностей, конечно, не обошлось, говорят экспедиторы. Мешали погодные условия и большой срок времени, который останки пролежали в грунте. Тем не менее, результаты оказались продуктивными, и эта работа в будущем будет продолжена. За время вахты вообще подняли 108 наших солдат. Ну, было, конечно, очень тяжело. В этом году еще было погодные условия тяжелые, но в принципе, поисковики, в основном российские, можно перед ними переклониться. Они проделали такую огромную работу. О том, как сейчас живут наши ветераны и какие трудности они перенесли, мы говорили с председателем областного совета ветеранов Мырзагали Абылкасымовичем Мухамбетовым. Мырзагали Абылкасымович, давайте начнем с ваших воспоминаний личных.
с той памятной экспедиции, когда вы обнаружили своего отца? Спасибо. Ну, действительно, в 2013 году под инициативе, я бы сказал, музея Маншук Маметовой, его директора Бектеновой Светланы Саржан, была организована первая международная вахта памяти участников Великой Отечественной войны. И вот в эту экспедицию попал как член экспедиции и я. Вот. Мы выехали по местам сражения 100-й, 101-й бригады, стрелковой бригады. Мы знали, что там в Ржеве есть очень большой комплекс памятников погибших под Ржевом, нашим воинам казахстанским, именно двум стрелковым бригадам. Надо сказать, что у меня было очень большое волнение, потому что я не знаю почему, но, видимо, волнение потому, что мы ехали по местам сражения Маншук Маметовой, поэтому, видимо, приехали в Ржев. Нас хорошо там встретили, устроили. Вот. И мы как раз попали еще на праздник района. Там выступили. Вот. Ну, дали, конечно, мы в первую очередь слово Светлана Саржановна. Она выступила. Но с нами еще в бригаде, вот что хочу сказать, с нами в бригаде была участник Великой Отечественной войны Митрохина Алевтина Тимофеевна. Ну, ей уже за 90 лет было, уже в то время. Нас удивило то, что мы были в музее. Вот, и этот музей, даже они, работники, огорчились в том порядке, что мы рассказали, что у нас есть музей, мемориальный музей имени Маншук Маметовой, и там диаграмма битвы, последний бой Маншук Маметовой. А там диаграммы не было. Знаете, все-таки говорят, мы будем добиваться, чтобы была и так далее. И вот в том музее мы узнали, что там, конечно, шли очень тяжелые бои. Погибло людей больше, чем под Сталинградом. Вот. И объявлялось, что под вот эти вот бои под Ржевом, ну, тогда этот Тверь, значит, сейчас называется Тверь, вот, Калинина бывшая, и другие города и поселки назывались бои местного значения. Когда мы стали посещать памятник, значит, ну, такой большой там комплекс памятников, вот, более 10 тысяч пофамильно захоронены, вот, и фамилии выведены, и я с большим волнением прочитал, значит, Мухамбетов А. Вот. Во время войны, конечно, казахов обычно называли многих, тем более и до войны, и после войны, называли, не говорили его имя по-казахски, а Андрей. Абылкасым его зовут, а звали Андрей. Так и он похоронен под этим именем. И, конечно, было очень волнение. Но в то же время, значит, есть куда, как говорится, склонить свою голову. Вот. Потому что, знаете, по интернету я посмотрел несколько раз. Мой старший брат, старше меня он, Айсагали Мухамбетов, он еще во время войны учился в Переметном. И оттуда, значит, восьмиклассник запросил о своем отце данные. Но ему ответили, еще ничего не известно, он пропал без вести. Вот. И все время еще он стал, значит, депутатом Верховного Совета Казахской ССР. Вот. Еще старший брат Ибрагим, он участник войны, сражался рядом там, второй Прибалтийский. И у него есть даже книга выпущенная, и там есть глава там, где сражались Маншук и Алия. Вот. Есть такое. И вот они, он тоже бывший депутат Верховного Совета Казахской ССР, вот, они запрашивали, им тоже отвечали, ничего неизвестно. И вот вы понимаете, вот такое, ну, они оба ушли из жизни,
Вот, и такой вот, ну, можно сказать, что, в общем-то, удача. Большая удача. Все-таки знать, куда склонить голову, это большое дело. Хотя мы всегда, я 5 лет учился в Москве, всегда ходил, значит, к памяти неизвестного солдата у Кремлевской стены и заодно, значит, вспоминал своего отца. Это вот такая уже, теперь, после этого уже 3 экспедиции прошло тоже международные. Вот, и самое главное, что туда вовлекли молодежь. Вот, со школы, с Урдинского района они поехали. И, сейчас конечно, вы опекаете тоже сами ветеранов. Да, мы, я как председатель областного совета ветеранов. Естественно, это наша в первую очередь забота о том, чтобы об их, ну, заботиться об их социальном положении, так. Поддержка, да? Поддержка, чтобы была и так далее. И в этом вопросе нам здорово помогает акимат области и города, районные акиматы. Вот. Ну, я только единственный пример приведу. Вот у нас октябрь месяц, целый октябрь месяц посвящено пожилым людям. Это 1 октября – международный день пожилых людей. А Казахстан – единственная республика, которая отмечает ее целый месяц по инициативе Центрального совета ветеранов. Целый месяц. И вот в это время оказывается очень большое внимание. Вот, и материальное, ну и главное, конечно, моральная поддержка. Мы добиваемся того, чтобы молодежь посещала, руководители организации посещали, если есть от коллектива, и так далее. Это большое дело. Вот. И надо сказать, вот мы, ну, буквально, ну, можно сказать, еще месяц, по-моему, нет, мы отметили великую победу, им великие победы. И вот вы знаете, в этом году исполняется 30 лет, официально исполняется 30 лет ветеранскому движению. Очень большая связь между вот двумя праздниками Дня Победы и 30-летия ветеранской организации. Мы как раз проводили и проводим работу под эгидой достойной встречи 30-летия и достойной встречи 72-летней годовщины со Дня Победы. Вот. Все это мероприятия мы посещали. И большое спасибо телевидению ТДК-42. Вы здорово нас освещаете, заботитесь, вот, приглашаете и так далее. Наши ветераны, они очень активные, да? Очень активные. Вот фестиваль «Смотр» проводится, другие мероприятия. Да. Насколько все-таки наши ветераны, пожилые люди, вовлечены в такую деятельность? Вы знаете, только по одному нашему городу 17 коллективов художественной самодеятельности ветеранов. Угу. Вот. Ну и, естественно, мы стараемся не только, значит, там петь, плясать и так далее, но и организовываем и соревнования. Вот соревнования сделали по пулевой стрельбе, вот, соревнования сделали по бильярду. Вот. А вот таким вот образом, по шахмам, шашка, это само собой разумеется. Вот таким вот образом, ну, люди пожилые, конечно, настольные в основном соревнования проводим. Вот. К сожалению, участников войны у нас осталось очень мало. Вот, 154 человека на сегодня по области, вот, 111 человек по городу. Вот, но, тем не менее, они до сих пор вот стараются, знаете, встречаться с молодежью. Вот, хоть трудно ходят и так далее, машину пошлют, идут. Встречается с молодежью. Я даже им говорю, вы уж много не говорите, хоть оденьте свои ордена и медали. Это уже будет воспитание молодежи. Вот таким вот образом. Одно дело знать по книге, другое дело услышать живого человека. Самый трудный момент в моей работе это было по руководству развитию языков. Здорово поработали, значит, национально-культурные центры. Вот, например, немецкий национальный культурный центр организовал аж 15 кружков по изучению языков в разных
местах города. Вот. Татарское общество. Вот Уфатуллин, вот, например, по инициативе ее проводилась очень большая работа, и председатель Утеулины. Тоже, значит, они в школах образовали вот воскресные школы. Вот. Ну и еврейское общество тоже у нас, вот покойная Майя Николаевна, она тоже профессор нашего университета была, имени Утемисова. Вот она организовала учебу. Знаете, кадров не было. Вот одну нашли, которая знала иврит. И вот проводили вот такую вот работу. Конечно, очень было, сложности были большие. Но тем не менее, вот на большой инициативе проводили. Казахский язык тоже, знаете, во-первых, начали открываться казахские школы. Ну, у нас же было в городе две школы. Это санаторная, значит, из Урды приехала. И пансион вот, казахский. И тем не менее, вот сейчас уже десятки школ открыты. Вот, и вовлечь в, этот, в эти школы и в районах, вот особенно в Бурлинском, Зеленском и так далее, районах и та же город, было очень трудно. Все не верили, зачем, ну, применяется у нас в основном русский язык, и нечего нам, значит, детей отдавать в казахскую школу. Но, тем не менее, мы объясняли, значит, вот наши активисты здорово объясняли, что нужно. Это код наш, национальный код язык. Вот, надо в обязательном порядке, вот это будущее. У нас все-таки независимая уже республика, самостоятельная республика. И казахский язык, кто будет знать казахский язык, тот будет жить очень комфортно. Когда все это разъяснили и так далее, пошло. И даже, значит, и до сих пор так, даже русские семьи отдают своих детей в казахскую школу. Ну, это правильно. Такие были трудности, но, тем не менее, мы, значит, заложили, можно сказать, основу это по развитию языков. У истоков стояли. У истоков стояли, и, слава Богу, как говорится, преемники были очень хорошие. Когда покойный Габбасов, Энгельс Габбасович, был же сенатором, вот он возглавил Малую Ассамблею. Тогда называлась по области Малая Ассамблея, Западно-Казахстанская Малая Ассамблея. Вот он возглавил, он меньше года поработал и все это дело оставил мне. Он говорит, давай теперь, поскольку ты уж тесно связан с национально-культурными объединениями, давай будь руководителем исполнительного секретариата Ассамблеи. Я там 7 лет проработал. Вот таким вот образом. Вот. Ну, большое спасибо всем активистам, которые поддержали. Вот. Были, конечно, очень большие такие трудности. Надо жить дружно. Вот. И тогда жили дружно. Но, тем не менее, были, знаете, все-таки недопонимания. Был и сепаратизм, значит, отделиться от Казахстана. Ну, все это дело разъясняли. Работу вы проводили с молодежью, вот, когда работали в пединституте. И в целом, вот, ветеранская организация. Вот скажите, пожалуйста, вот, все-таки будущее поколение, насколько необходимо воспитание и вложить в него те ценности, которые были у наших вы ветеранов, знаете, допустим? Сейчас стоит очень большая задача перед казахстанцами. Это выполнить три системных модернизаций. Это экономическая модернизация, политическая модернизация и вот модернизация социального сознания. Вот. И самые трудные, конечно, это модернизация социального сознания, потому что изменить сознание людям во всей эпохе было очень трудный период. Вот сейчас мы, ветеранская организация, конечно, в первую очередь вот этот вот вопрос и продумываем. Нам здорово подсказал, значит, Центральный совет ветеранов в Астане, который рекомендует нам организовать школы, значит, Ата Мектебе, Ана Мектебе, Ага Мектебе. Вот таким вот образом, чтобы не потерялась бы у нас взаимосвязь поколений, чтобы укрепилась вот эта взаимосвязь поколений. Знаете, все-таки от старших поколений можно взять очень много хорошего. Мырзагали Абылкасымович, вот что вы пожелаете нашему молодому поколению, молодежи?
Я, во-первых, пожелаю не от того, что я пожилой, поэтому говорю, но, во-первых, конечно, уважать старших. Вот. И уважать таким образом, уже вспоминать и уважать их ратные дела. Вот. И, конечно, я пожелаю молодежи учебы, но, как говорил Аль-Фараби, учеба одна ничего не стоит, если она не сочетается с воспитанием. Угу. И быть воспитанными. Воспитанными. Тогда у нас все будет хорошо. Не только знания, но и воспитание. А то мы же знаем, есть некоторые люди с высшим образованием и так далее, так далее. А воспитательном отношении, в общем-то, хромает. Ну и не забывать наших ветеранов, конечно. Ну и, конечно, наших ветеранов не забывать. Вот, уважать их все-таки. У нас 9 с лишним тысяч ветеранов, которые трудились в тылу во время войны. Угу. Вот они тоже очень такие люди, победители. И под инициативе областного совета ветеранов им сделали тоже памятник. Угу. Вот на главной площади нашей, на площади Победы. Вот. И вот таким вот образом, ну что, у нас 80 с лишним пенсионеров. Это угу. все старшие люди. Угу. Вот, все старшие люди. Вот. Надо их, о них, конечно, заботиться. Угу. Вот хотелось бы это вот сказать. Хорошо. Молодежи. Спасибо. Молодежь хорошая, да. У нас. Вот. Я сам преподаю, знаю. Угу. Спасибо большое за то, что вы приняли участие в нашей программе, поделились воспоминаниями и об отце, и рассказали о других ветеранах, о Совете ветеранов, о том, какой вы вклад все-таки вносите. Спасибо. И в развитие языка, и в развитие культуры современного Казахстана, модернизации, как сказал наш президент. Да. Спасибо большое. Спасибо вам тоже. Спасибо за то, что приняли участие в нашей программе, ответили на все вопросы. Воспоминаниями поделились о наших ветеранах. Вам спасибо за большую возможность хоть вкратце, но рассказать о Совете ветеранов. Спасибо. Не стареют душой ветераны, эти строки песни всем известны. Наши ветераны – это наша честь, достоинство, часть нашей истории и будущего современного Казахстана, в который они внесли большой и огромный вклад в дело нашей победы и в дело нашего будущего. А это была программа «Модернизация Казахстана», созданная при поддержке областного управления по развитию языков. Всего доброго.